Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня поговорим о нашей линии брикетирования. В основе комплекса стоит дозировочно-упаковочный автомат, в составе которого четырехручевой линейный дозатор Notis. Дозатор выдает 50 доз в минуту по 1000 грамм с высокой точностью, как на мультиголовках. Ниже – упаковочный автомат, который формирует пакеты с плоским дном из рулона пленки. Такие упаковки уже готовы для реализации на полках супермаркета, но машина передает их на аппарат для формирования брикетов. На этом конвейере пакет утрамбовывается вибрацией. Гребешок сворачивается, и нагретый пресс дополнительно фиксирует форму. Многие западные конкуренты используют подобный принцип брикетирования. У некоторых компаний машина выглядит в форме карусели или барабанного карабина. Мы убеждены, что наш вариант формирует брикет качественнее и эффективнее. В конструкции машины нет секретных гениальных решений, но нашим инженерам удалось изящно проработать компоновку и эффективность процессов. Настолько, что даже прямые конкуренты несколько раз заказывали эту часть для встраивания в собственную линию. Далее кирпичики отправляются на групповую упаковку. Пакеты в форме брикетов эффективно укладываются блоками для удобства транспортировки. Наша машина LGO Notis автоматизирует процесс формирования таких блоков. Оператор указывает в настройках, как собирать группы. Здесь, например, в один ряд складывается 4 пакета. Машина собирает 3 этажа таких рядов и оборачивает полиэтиленовой пленкой. Остается отправить блоки в термотоннель. Там под воздействием температуры полиэтилен плотно обернет упаковки. Затем блоки укладывают на палеты, оборачивают стрейч-пленкой и передают в транспортировку. Большое спасибо, что вы смотрите нас! Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки.